Компания «Русал» и Русское географическое общество объявили о создании координационного комитета по празднованию Дня Енисея. Он отмечается в последнюю субботу сентября. Изначально акция проходила в форме субботника, в ходе которого наводился порядок на берегах реки, но постепенно список мероприятий расширялся. В экологическом марафоне сможет принять участие каждый. Мы говорим о том, что это абсолютно открытая структура. Мы разошлем письма обращения во властные структуры, в крупные коммерческие структуры с предложением присоединяться, выходить со своими акциями, ну, с некими предложениями, присоединяться к этому комитету, к этому общественному движению –